смазало все. Но... Официальная версия звучит так, что вас никто не задерживал. Пригласили. Типа, ну, да. Вы вас довезли, до опять подбросили до пятой парковой, и я не выпустил. Все нормально. Ешь яблоко. Не, нормально. Вы мне скажете, техников наших отпустили? Нет. Сейчас тогда зайдем, попросим, чтобы отпустили. Они о чем-то говорили вообще? Что? Они сказали, что они... Нет, меня ОМОНовцы не знали вообще, куда везти. Возили по дворам, плутали. Потом просто приехали вот на УПУ посреди улицы, выпустили. Подошел так, начальник полиции, сказал: счастливо, свидания. Вот вам сдача с яблока.